Здравствуйте, дорогие друзья! В этом видео вы познакомитесь с болгарским городом Созополь. Этот город в юго-восточной Болгарии в 19 веке был известен России в транскрипции Сизополь. Находится он в 34 километрах к юго-востоку от Бургаса. Город расположен на небольшом полуострове, врезающемся в Черное море. Вблизи Созопола находится самый крупный болгарский остров в Черном море – Святой Иван. Созопол – старейший болгарский город на Черноморском побережье. Первое поселение в этих местах возникло еще в 4-3 тысячелетии до нашей эры – Бронзовый век. В 610 году нашей эры на этом месте выходцами из Милета была основана греческая колония Аполлония, названная в честь бога Аполлона, и воздвигнута 14-метровая статуя Аполлона. В 72 году до нашей эры римский полководец Марк Теренций Варрон Лукул захватил и разрушил Аполлонию, а статую вывез в Рим, где она и находится до сих пор. Старинная часть города – архитектурный заповедник. В ней преобладают построенные в 19 веке деревянные дома рыбаков. Иногда встречаются каменные жилые постройки начала 20 века и 1930-х годов. В целом старый город напоминает старую часть Несебра, однако старый Созопол гораздо камернее и хуже приспособлен для туристов, так как большинство домов занимают не кафе, рестораны и сувенирные лавки, а жилые помещения. Изначально, будучи рыбацким поселением, Созопол начал понемногу развиваться как курорт еще в середине 20-х годов прошлого века. Активная реклама Созопола как курорта в Болгарии началась в 60-е годы прошлого века. В настоящее время Созопол является одним из привлекательных туристических мест Болгарии. В последние годы построено много новых отелей, в городе расположен широкий пляж, более 600 ресторанов, таверен, баров, дискотек, увеселительных национальных заведений, которые заботятся о хорошем настроении туристов. Во время русско-турецкой войны 1828-1829 годов турецкая крепость Созопол, Сизеболи, была взята 16 февраля 1829 года отрядом из русских линкоров и трех канонерских лодок. План взятия крепости был одобрен лично императором Николаем I. 19 апреля 1829 года в Созополе была развернута оперативная база Черноморского флота. Остров Святой Иван, по-болгарски Свети Иван, самый большой болгарский остров на Черном море, площадь острова 0,66 квадратного километра. Он находится недалеко от города Созопол и расположен рядом с островами Святой Петр и Святой Кирилл. На острове есть маяк. У острова богатая история. В 7-4 веках до нашей эры на острове было фракийское святилище, затем греческий храм бога Аполлона с 13-метровой бронзовой статуей.